Так, ребят, всем привет! Вы на канале BioStream, продолжаем проходить XCOM Enemy Exit, DLS дополнение. Так, у нас загрузка здесь. Всем очень приятного просмотра. Спасибо вам за ваши комментарии, просмотры, лайки. Так, у нас, короче, у нас Канада может выйти от нас. Блин, а что же мне делать? Спутник, где виднее? Сообщение совета 8. Так, давай на серый рынок. Сейчас сделаем немного, короче, денег. И попробуем купить этот ключ и пойти базу крошить. Там по заданию у меня вроде база пришельцев, что-то такое. Да я думаю, хватит. Так, казарма. Так, целительный йод. И отряд. Все, мы увеличили с вами. Так, защитный спутник наведения. Вот он ключ. Да, мы сейчас все по одной. Мы могли бы использовать эти технологии не только как оружие, если бы чужие пришли с миром. Так, подожди, давай сохранюсь. Вот, штурм база пришельцев. Отлично, что-то там еще исследовать спутнику комплекс. Так, стелс-спутник. Все сигналы обрабатываются группой инженеров. Каждый спутниковый комплекс принимает 4 сигнала спутников. Плюс один за каждый соседний модуль. А, так, изучив навигационные стелс-спутники, в общем, да? О, давай. Мы не получили ни одного кибердиска в рабочем состоянии. Похоже, ваши бойцы стреляют по ним, как по тарелочкам. Мы знаем, что кибердиски несут тяжелое вооружение, однако понять их общие тактические принципы мы все еще не можем. Так, и дай-ка я еще, наверное, броню сделаю. Это оружие, снаряжение могут использовать все бойцы. А вот генетику могу построить, давай. Все отлично. Так, давай еще раз пересохранимся. Блин, мне как бы Канада бы не убежала. Хотелось бы вам все оставить, да, там. Для показа, что все базы там, страны со мной. Опять исследование. Так, сообщение совета. Так, тяжелый, точный лазер. А что тут актуально-то? Это самые агрессивные инопланетные твари, которые нам известны. Солдаты прозвали их мутонами.
Можно только догадываться, откуда возникло название и что, по мнению наших бойцов, оно означает. Я не пойму, а есть тут ускоренные скорости исследования? Здесь их скорость исследования закажет соседнюю лабораторию. Число инженеров, если соседи мастерские. Так. Вот не то это. Мне надо вот не исследование, а чтобы быстрее делалось. Это где? Вообще такое есть, нет? Это событие. Так, броню вот он устроен на сермомотора, который автоматически досылает патрон. Ой, тут всего, ребята. Не, подожди. Лазерный пистолет даже есть. Так, ну я думаю, знаете что? Можно попробовать. А, штурмбаза. Ключ у меня есть. Потому что я думаю, что выйдут они все-таки от меня. Спутник прям один день. Да, сейчас сохранюсь и попробуем взять. Бойцов, кстати, порядочно у меня есть. Южная Америка. Блин, почему не Канада? Так, это моя главная, да? Пехота. А, мы тут с Экзаль дрались. Тут, в общем, пушки есть. База урон 3.5, шанс крита, так. 6.8, да, критический урон. А как это, критический урон 6.8, если шанс крита 0? А, ну, в принципе, такая же. Так, база урон 6. 6. Точно такая же штука. Дает неспривычность к яду и удушению, повышает здоровье на 2. Слушайте, а тут классная вещь. Так, первый готов. Поддержка. Опа. Так, 2, 4, 5, 7, 10. Так, сейчас мы тебе поставим поколок. Поддержка. Она еще свеженькая. Так, штурмовик. Так, зарядов. Давайте любую возьмем. Гранатку, дугомет, отлично. Так. Снайпер.
Так пойдет. Что-то мне не радует. Еще где-то поддержка. Тяжело пехота у меня, да? И... Снайпер, тяжело пехота. В общем, поддержка-то есть, но не та вся. Может быть, сейчас пройдем Канаду хоть, может, останется с нами. Да-да, поехали. Вот скелетный ключ. Что-то вроде отмычки, которая пропустит вас на базу чужих. Права на ошибку у нас нет. Надо делать все сразу и как следует. Проникнуть на базу, нейтрализовать всех противников, найти и схватить плен командира базы. Классно. Противника мы пока не видим, но расслабляться не стоит. Похоже, пришельцы готовы оказать сопротивление и уже сейчас стягивают отряды. Так, а захватить в плен? У меня где-то с дугометом, да, есть? А вот, собственно, он и был. Да, вот он. Так, карта большая. Давай-ка вот сюда вот мы сделаем сохранение. Ну, похоже, мы нашли, куда они забирают похищенных. Но зачем им нужны люди, все равно не ясно. Да, экзальт плюс еще пришельцы, это вообще что-то жирновато. В два счета. Так, это снайпер. Я так понял, боеготовности от тебя не жди, да? Бегу. Поддержка тоже свеженькая, блин, она один раз лечит. Хотелось бы, конечно, побольше. Летал сюда. Прям белки в глаз. О, здорово. Они сбегают. Решили налететь с флангом. Защищать вас туда с флангом. Так, ты, в общем-то, не бунтуй там. А почему боеготовность? Подожди. 30%? Это вообще смешно. Враг еще дергается.
классно. 40% попас убил. Я помню, при 90%-то, блин, промазал. Так, давай аккуратненько, чтобы никого не терять. Бех. Так, хотя, товарищ, надо перезарядить. Перезарядить пушку. Минус два, забацал. Выдвигаюсь. Блин, печально, конечно, с Канады, я прям вот не могу. Выполняю. Так, ладно. Я уверен, моя команда с радостью займется этим устройством. Что за херня-то? Что-то новое, ребят. До встречи в аду. Он еще, короче, взорвался. Направляюсь на точку. Эх, 50 на 50. Черт, промахнулась. Может, снайп снесет. Молодец. Так, а теперь давай-ка все. Двигаюсь. Всех стягиваем. Выступаю. Слушайте, чувствую, я навожусь с этим. Кого-то там надо в плен захватить. Слышали крик такой прям? Так, сохранение. Так, так, так. Мчусь туда. Давай, прикроем. Там пока и нет никого. Я пошла. Так, это если мы пойдем отсюда, да, будем все равно вот на эту точку. Ага. Ясно. Начинаю движение. Тут очень много всего. Выдвигаюсь на позицию. Так, прямо пойти. Да, за этими большими дверьми меня кто-то ждет, это явно. Надо всех-всех туда уже стягивать. Есть, выполняю. Сейчас будем чинить разборы. Вижу лунатиков. Вот они, блин. Они сдвигаются. Они обходят по флангам. Снайпер так не видит. Давай бы готовность оставим. Так, гранатка, ты зацепишь? Кидай. Что-то херово как-то у меня вышло. Четыре единицы урона. Не, ну а фиг ли делать?
Сейчас, если я не поубиваю, да, там попромахивают все, то это тоже могут срезать они. Двигаюсь к указанным координатам. Причем позицию-то я рывком занимал. Не самую подходящую. Так, ладно, снайпер, ты давай-ка тоже уже в темпе. Так, шеф, ты готов? Бегу. Давай, давай, давай. Газовая граната. Надо, кстати, вот эту тему 2 к здоровью и сопротивление яда, по-моему, как там еще, удушению поставить. Пока всем. Спешу. Спеши, спеши. Ну же, шевелись. Я не пойму, где они все-то? Я не думаю, что тут так будет все легко вот. Поехали. Давайте на прикрытии стойте. У меня он еще снайпер никак не дойдет. Да, уже 6 человек как-то более актуально. Давай сюда. Следую к указанной точке. Вижу противника. Вот они, красавцы, мутончики. Давненько их не видел. Так. Штурм базы пришельцев. Но это какая-то уже важная миссия-то. Так, 68. Да, как в тире. Сейчас бомбьте, как в тире бы не засветил. Меня засекли. Пойдем, говорят, братья, пойдем. Понял, понял, кем хожу. Так, давай сюда. Ясно. Нифига не выходит, да? А что, не укрытие, что ли? Ядрёный патрон, она правда не укрытие. Так, и этот не видит его. Это бессмысленно. Смотрите-ка, он так спрятался удачно. А я ж говорю. Последнего надеялась, что это не так. Но пришельцы ставили эксперименты над похищенными людьми. Не понимаю, что они хотят получить.
Да что ж ты будешь так сидеть, что? И даже не пролетела граната, сканер, то есть. Ух, ёптать, куда ж я пошел-то? Да вы чё, охренели, что ли, родные? Блин, мне ее жалко, короче. О, он еще убил. Куда ты стреляешь-то? А, мой, короче, этот кэп может два раза стрелять. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо, ты верно шутишь, стрелять тебе нечего. Так, короче, надо лечиться. Срочно лечиться. Так, у меня... Ага, есть одна тут аптечка. Ух, ёпта, далеко пошел. Так, ребята, а как бы мне... Я так полагаю, что там сейчас будет какой-то фарш. Нет вроде никого. Мне надо здесь перезарядиться, эту подлечить, мадам. Бегу. Так, две ракеты еще есть. Так, погоди, а что ты перезаряжаешься? Давай-ка тоже вперед. Я пошла. Потихонечку, да. Можно начинать. Так, снайп на его готовность, ты на мою готовность. Тебя сейчас подлечим. Сейчас подействует. Ну, конечно, не по фулу. Так, там кто-то есть. Двигаюсь на позицию. Слыхали? Так, так, так. Потихоньку, помаленьку. Сейчас мы эту базу пришельцев-то раскрошим. Координаты получила. Всем внимание. А, ну вот, собственно, кто там был. Д.
дроны эти летающие. То есть, если аккуратно идти с одной стороны, можно убить отсюда, потом зашел оттуда. Ну да, мимо, то косо. Так, есть один клиент. Я промазал. Снял его. Так, подожди. Прикрытие своих, чтоб не обошли. Не, корабль здоровый. Сейчас подойди вот сюда, и что-то мы там обнаружим с вами. А еще, говорят, захватите в плен там какого-то там Кэпа. Блин, камера немножко неудобна. Вот так вот вертеть, крутить. Да, всех вперед. Двигаюсь к точке. Так, два выстрела. Я с гранатомета потратил. Действуем. Не, вперед, только вперед, давай. Еще кого-то обнаружили. Или еще будет. Такой чекинюсь прям за каждое это. Давай. Все, сиди пока. Туда. Так, сканера у меня нету, да? Ну же, шевелись. Покажитесь, мартышки. Посмотри, какие, а? Не хотят. Ну хорошо, давай я подойду вот так вот сюда, давай. Ну все, ясно, надо к двери. Видимо, последняя комната, там, где Кэп сам сидит. Лечу туда. Ходи, бой. Блин, поддержка хорошая вся, и лечится. Там, где по три раза можно хилить. Тихо. Слышали что-нибудь? Да о чем мы слышали? Ясно.
Давай, все подтягиваемся абсолютно. Ясно. Начинаю движение. Выдвигаюсь. Так, у нас тут... И тут опять 25, что ли? Я тут, значит, двигаюсь. Подвозники меняю. А тут, блин, еще одна комната. Да, давай, беги. Иду к цели. Тихо, там что-то есть. Ну там уже, да, там по-любому. Ты прям давай, боеготовность. Слушай, мне кажется, или у меня снайпер самый здоровый, а нет, еще тяжелая пехота есть. Но, видимо, по уровню они самые высокие. Ну и по здоровью, естественно. То есть, соответственно. Что, заглядываем? Комнатушечку. И опять никого. Вот. Выполняю. Вот что мне нравится, да? Ни хрена не видно. Так, у кого сканер-то, ребят? Видимо, я уже походил сканером. А вот сейчас стану и... Смена магазина. Так, аптечка есть. Ура! Выполняю. Ну вот где же вы? Блять, вот мыши. Что, двинули? Уже иду. А вот и они. Как я и сказал. И двинул-то, кстати. Кто с РПГ стреляет. Типа она не видит, в общем, вообще класс. Шикарно. Смотрите, никого не видит. Газовая, а их навряд ли возьмем газ. Но я же говорю, не сприимчивость.
Не, бред, бред. Так, стой, ладно. Очень неудачный ход. Зацепило. Пора надрать им жопу. Здравствуй, жопа, Новый год. Вся фигня в том, что неудачно, надо было выйти кем-то другим подсветить. А потом с гранатомета бахнуть. Этот нам больше не помешает. Я снова в строю. Залечить-то можно сейчас. Но это как-то неправильно. Вас понял. О, аптечка-то. Точно, что не у тебя, дружок. Не у тебя ли? Блин, а у кого аптечка-то? Вот он-то. Не дергайся, все нормально. Ну вот, уже более или менее. Так, перезарядка. Поехали. Перезарядка. Погоди, в строю, тут еще есть один. Двигаюсь. Чудик скрытый. Не хочет он говорить, не хочу я к вам идти. Дальше двигаться, собственно, ребят. Я уже там. Так вот, какие у них развлечения. Ну, по крайней мере, они не играют в компьютерные игры. Они не играют, говорят. Так, ходим и боеготовность прожимаем. Да, снайперами наверх. Выдвигаюсь. Мне интересно, куда этот скрытый убежал. Сейчас вылезет этот пес. Mm-hmm.
Не хочет он вылазить. Бог с тобой. Двигаюсь на позицию. Там кто-то да. есть. Он похож на крупного сектоида. Но есть какие-то отличия. Что это за энергия? Осторожно. Не забывайте, что случилось, когда мы встретились с этой тварью в прошлый раз. Есть, выполняю. Что-то я не совсем понимаю. Сейчас что-то произойдет, да? Считайте, я уже там. Два счета. Вот он появился. Цель уничтожена. Все, кончился. Теперь в бой. А теперь что делать? Мучим газа. Каждый по выстрелу, вообще его нет. Похоже, удача наконец улыбнулась нам. Мы обязаны изучить этот предмет как можно скорее. Думается, мне пришельцы были очень злы, лишившись этого устройства. Ну, делов-то. Центр, я рейнджер. Велик на дороге. Бабушка приехала. Прием. Бабушка приехала. Понял, буду 3-1. До встречи. Конец связи. Да. Такая операция была, не скажем, что легкая. Все-таки хочется как-то сохранить свой отряд. Доктор, что-то не так? А вам не кажется, что праздновать победу сейчас рановато? Мы нейтрализовали их главный штаб. У нас нет ни одного сигнала тревоги. И мы устранили их лидера. По мне, так это самая настоящая победа. Шеф, вы согласны со мной? Значит, не только я понимаю, что эта война еще не окончена. Этот предмет, как мы считаем, служит для обмена данными. В связи с этим возникает вот какой вопрос. Если командир сектоидов управлял всеми пришельцами, тогда с кем или с чем он тут советовался? Мне кажется, это та самая тварь, которую мы встретили при первом контакте с пришельцами. Как мы могли убедиться на собственном опыте, его основное оружие — сила сознания. Вот бы изучить ткани мозга этого существа. Может быть, мы смогли бы использовать полученную информацию для наших целей? Вот так вот. Новая задача — отследить гиперволновой сигнал. Ну вот, смотрите, ранение 4 дня, да?
крайней мере, не 19-20 дней. Так, тяжелая пехота. Увеличит урон, наносимый роботом. Наносимый роботом на 50%. И второй ответный выстрел, если первый попал в цель. Нет, поставлю робота. Так, снайпер. Частичное укрытие защищает как полное. Класс. Так, вот мой штурмовик. Ты единственный, по-моему, неповторимый. Урон критического попадания увеличивается на один за каждого противника в поле зрения. Открывает ответный огонь по врагу, находящемуся в радиусе 4 клеток без режима боеготовности. Слушай, классно. Не, реально классно. Так, радиус действия РПГ и огня на подавление увеличится на 2 клетки, и гранатометчик позволяет держать до 2 гранат в одной руке. Так, это тоже снайпер, да? Урон при стрельбе из пистолетов на 2 и атака сверху вниз, кроме обычных преимуществ, дает плюс 10 меткости, 10 защите. Смотрите, паника во всем мире снизилась на 2. Не забывайте, мы видим все. Шикарно. Вот так-то. И сейчас будет у нас спутник готов, и мы эту Канаду... Ох. Да? Сообщение совета спутника от... О. Я все переживал. Так, генетика, кибернетика. В ходе боевых действий. Преимущества от ее использования превышают потенциальные же риски. Инженерная команда могла бы использовать этот материал для создания новой системы оружия, которая придаст эффективности нашим войскам. Так, ладно, ребят. У меня получается, сколько там сейчас? 2 спутника делается. Надо сразу их производить. Чем больше, тем лучше. А то так Канаду бы я потерял бы. То есть смысл в том, что сообщение совета 2 дня, а спутник делается 3. Она бы вышла, это Канада, уж поверьте. Поэтому Канаду мы кроем, потом еще спутники делаем и уже следим за ситуацией. То есть как бы время мы выиграли. В общем-то, всем давайте будем прощаться. Всем спасибо большое за просмотр. Пишите комментарии ваши. Может, где-то я что-то неправильно там, как говорится, сделал. Вот, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всем удачи и добра. До новых встреч.